Привет всем, друзья, это канал Сосиска в тесте. Мы продолжаем карьеру за Вашингтон Кэпиталс. Сегодня у нас матч с Даллас Старс. У Александра с канала СНГ он играл с ними в финале за Кубок Стэнли. А мы с ними сейчас сыграем, посмотрим, что же покажет нам эта команда. Играем мы в белой форме, нормально, а не в зеленой. Выход на поле. Ну что, будем пытаться завоевывать очки, как обычно. Как обычно у нас это не получится, да? Ну ладно, поехали. Евгений Малкин против Спезы. Наконец-то Евгений Малкин это сделал. Лехтонен. Ну, 30 секунд прошло. Потрясающий бросок. Все, пока. Делается довольно-таки легко. Вход, бросок. Поставленная клюшка Евгения Малкина могла сейчас открыть счет, но этого она не сделала. Минуту отыграли после предыдущего выбрасывания, и уже второе звено выходит на лед. Орлов. Орпик. Офсайд. Сигуин. Что, Кузнецов? Давай, я знаю, ты хорошо выигрываешь вбрасывание нас. Ты получше Малкина на них играешь. Поэтому тебе как-то я больше доверяю, если честно, на вбрасывание. А вот в игре самой как-то ты мне не очень вдохновляешь. Уорд. Уорд, ну как же так-то сейчас выходил? Мог бы забрасывать. Нет. Не забросил. Евгений Малкин проигрывает вбрасывание. Это меня уже вымораживает. Если честно, в его игре на пятаке. Йоханссон. Овечкин. Орлов. Орпик. Орлов. Точнее, Овечкин. Овечкин. Куда от защитника? Александр. Александр. Очень опасно играем сейчас. Очень. Малкин, хорошо. Овечкину. Вошли в зону. Есть момент для паса, но в борт. В борт. Сейчас сыграли Александром Овечкиным. Хорошо. Все вы знаете, как у нас играет вратарь. Поэтому очень опасно играть так, как мы играем. Доводя шайбу именно до нашего пятака. Вот смотрите, опять пятак. И опять борьба. Ну, закатали шайбу. Закатали. Петерс. Петерс. Кто тащить-то будет? Петерс, а? Эмский. Смотрим повтор. Просто завели шайбу, все. Кузнецов. Как его сейчас в борт-то прижали. Точнее, в ворота. Он вылезти оттуда не может. У нас минус один игрок. Отлично, Овечкин. Где шайба?
Вратарь у них, конечно, монстр, и его пробить будет очень сложно. 3-3 по вбрасываниям. 4-3 в пользу Далласа. Вилсон. Орпик, ты что? Да. Вилсон. Хорошо. Лайт. Да. Бросок, ну здесь нормально. Первый период за звездочками. Орлы пока даже по броскам перебросали нас звезды. Хорошо. Евгений Малкин. Да. Шайба подкатилась под ловушку, и все. И все, друзья. Посмотрите, как они сейчас нас раскатали. Орлов. Покатили, покатили. Лайк. Отлично. Может уйти, вернуться. Бросок. Штанга. Где же шайба? Там, кстати, удаления не будет. Если бы шайба залетела сейчас в ворота, она была засчитана. Лайк. Лайк. Прошел. Лайка прижали. Лайк хорош. Брауэр. Брауэр бросок, попадает в игрока защиты. Грин, надо обороняться. Брауэр. Овечкин. Овечкин за ворота выходит. Бросок. Брауэр. Овечкин. 11 минут до конца второго периода. Надо наращивать свои силы, наращивать свои атаки и больше, больше бросков. Больше. Не давать вратарю отдыхать. Сейчас мы отскочили, ребят. Сейчас очень сильно отскочили. Нужно сейчас этим пользоваться, этим отскоком. Вот это был блокировка игрока была. Уважаемый судья. Это удар был по рукам, нет? Хорошо. Петерс молодец. Отстоял ворота. Как же вовремя он там вышел, а? Елен, Малкин, Йоханссон. Против двоих. Ушел. Ушел, бросок, гол. Красиво. Красиво сыграл сейчас Йоханссон. Ничего не скажу. Молодец. Молодец. Этот гол стоит многого. Уилсон. Уилсон. Да бросай ты уже. Ему такую передачку сейчас дали, а он... Хорошо. Фехар. Ай-яй-яй-яй-яй.
Твою ж дивизию, Малкин! Гончар. Гончар забросил. Серега, ну вот зачем? Снова 1-2. Йоханссон. Лейтонен. Сергей Спеца. Вратарь. Даллас Старс пока. Пока молодцы. Ну, равная игра, ничего не скажу, но все равно мы должны брать. И 4. Опа! У них, оказывается, удаление еще было в конце. Пошли, 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 пошли! Ой, как красиво отыграли! Как же это было сейчас красиво, а? Николасу Бэкстриму сейчас такую шайбу отдали. Ничушкин, спасибо. Смотрите. Оп. И тут пустой уже угол. Ну, красота. Оставалось только выпадать. 2-2. С самого начала третьего периода. Сравниваем счет. И пора, пора. Кеннеди получает по зубам, лишается трех или четырех зубов, но ничего, это его не останавливает. Он снова шайбой проходит, отдает пас, его снова убивают, три зуба. Ну все, парень просто без зубов сегодня, возвращается к жене и детям. Уорд, Малкин. Красиво. И снова красиво играет Вашингтон. Орпик. Смена. Смену дал Старс. Можно. Можно идти в атаку. Александр. Александр Овечкин. Александр Овечкин хорошо. Уйдет. Идет за ворота, отдает передачу Малкину. Бросок, ты когда будешь уже бросать? Как же так, оставили одного? Лайк. Нет, хорош, Петерс. Смотрите, какая игра намечается. В конце-то скорости нарастает и нарастает. Бэкстрим, хорошо, Брауэр. На смена. Грин, отсюда может бросить. Получает по зубам игрок клюшкой. Слава богу, это был соперник. Хелен. Хороший бросок. Но вбрасывания не добиваемся. Но смена. Смена прошла. Это хорошо. Гончар. Гончар. Хорошо. Химера. Кеннеди. Тихо. Кеннеди отдает на Уорда. Уорд упускает.
Хорошо. Да, красиво! Красиво было сейчас. Все сделал сам. Химера. Просто палец вверх. За это можно и палец вверх. Вытащил он команду сейчас. Ну, посмотрите, какой бросок в девятку, а? Между двух защитников он прорвался и бросил. Ну, это просто палец вверх. Евгений Малкин. Альцнер хорош. Тихо. 3-3. Ближний угол Петерс. Проблема в НХЛке в этой. Это ближние углы вратарей. Они просто их теряют. Кистевым броском просто пронзил угол. Ну что, первое звено должно тащить сейчас. Спеца! Йоханссон. Малкин. Овечкин. Саня! Йоханссон! Уваливают его. Грин, хорош. Ну что, овертайм. Лишил он мозгов сейчас игрока Евгений Малкин. Ну, хороший бросок был. Дуэль вратарей, можно сказать сейчас. Равная игра, просто равная. Равнее игры еще и не видел. Евгений Малкин. Евгений Малкин. Может сейчас поставить точку в этой игре. И он ее ставит, друзья, Евгений Малкин. Да, вот оно, вот оно. Чего ждали вы, чего ждал я, это хорошего кистевого броска от Евгения Малкина или от Александра Овечкина, но это все-таки сделал Евгений Малкин. Пронзил он опять этот же угол над ловушкой Лейтонина. И большой палец вверх. Спасибо всем, кто смотрел. Спасибо всем тем, кто поддержал лайками. И, конечно же, спасибо всем тем, кто подписался. Всем пока.